Каспийске ежегодно возрастает количество туристов. В текущем году их в разы больше, нежели в прошлом. Мы с нашей съемочной группой решили узнать у гостей города, почему они выбрали местом отдыха Дагестан и полюбился им Каспийск. Первые героини нашего социального опроса прилетели к нам из Новой Российской Республики ДНР. По их словам, они здесь уже третий раз. Нет, как бы минусов никаких мы не видим. Очень хороший, красивый, такой яркий, такой именно курортный город, спокойный. Вот. Если Махачкала немножко такая суетная, то Каспийск более такой спокойный, более тихий город. Нас все нравится, устраивает все. Советуем всем сюда приезжать. Ну вот нам нравится здесь, например, набережная. Вот нам нравятся вот люди, вот как вот относятся. Если что-то вот спросить, вот куда район, что, вот с удовольствием подскажут. Как бы вот и чистота, вот природа опять-таки же. Ну вот нравится здесь. Ничего не отталкивает. Были в прошлом году в мае. У нас был гастротур и по достопримечательностям. Поэтому сюда уже приехали теперь на море отдохнуть. Именно в Каспийск, потому что из всех прибрежных городов понравился больше всего. В Дагестане второй раз, здесь первый. Здесь первый раз? Да, мы в Махачкале 2 года назад. Какие впечатления? Вот только не отпускала. Все 2 года меня не отпускала. Поэтому сюда и вернулись. Нравится в Каспийске обустроенность, инфраструктура. Дороги, отсутствие практическое пробок, в данном случае парк с возможностью выхода на пляж. Спокойно, тихо, аккуратно, чисто. В основном респонденты отметили спокойную атмосферу в городе и доброжелательность каспичан. Гости республики также добавили, что у нашего народа многому можно научиться, а именно уважению и воспитанию. Я вот больше бы о жителях сказала. Очень мы восхищены, очень отзывчивые, добрые люди. И очень общительные, что очень интересно. Доброжелательные. Вот это нас прям поразило на самом деле, если честно. Город очень красивый. Ну, конечно, можно было бы там, может быть, где-то почище, да? А так нас все устраивает. Очень все красиво, уютно. Знаете, до такой степени народ открытый, что мы даже дверь не закрываем. То есть мы, находясь совершенно в чужом городе, совершенно в другой республике, да, мы не чувствуем какой-то опасности. Очень открытый народ. Это очень радует. Кроме того, гости из Сахалина отметила патриотический дух каспичан, их отношение к своей истории и предкам, а также героям, которые отважно защищали родину. Что трогает до глубины души, когда гуляешь по городу, вот здесь вот недалеко находится памятник афганцам. Вы знаете, вот чувствуется, с какой болью и любовью сделан памятник матери. Тоже очень до слез. И еще я проходила один памятник, внимательно не посмотрела. И чувствуется, что это сделано от большого-большого сердца. Все респонденты в один голос отвечали, что это их не первая поездка в Каспийск. И по возможности это место станет для них вторым домом.